Внимание, внимание, внимание! Тебе надо пистолет P350 Forest Spirit, который стоит 400 голды? Если да, то слушай дальше. Чтобы получить, тебе надо поставить лайк, подписаться на мой канал, написать хороший комментарий плюс свой ID и самое главное, посмотреть данное видео без перемоток от начала до конца. Ну что же, а мы идем дальше. Приветик всем, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня у нас будет мега крутое видео под названием «Найди пулю, получи USP Genesis». Ребята, я очень надеюсь на то, что мою пулю сегодня никто не найдет, потому что, ребята, черт возьми, мне придется им отдавать USP Genesis. Ребята, суть данной рубрики крайне проста. Я где-то на этой карте прячу пулю, а им надо за одну минуту ее найти, пока не начнется новый раунд. Пулю, ребята, начнете искать по моей команде. Пока что рано. Ждем, ждем, ждем. Ждите, ждите, ждите. Так, я уже нашел очень хорошее, очень замечательное место, в котором точно никто не найдет. Ох, ребята, только взгляните. Вот это да! Ох, просто пушка, просто пуля. Так, ребята, через 5 секунд можете начинать выбегать и искать пулю. Давайте, 5, 4, 3, 2, 1... Вперед! Поехали, поехали, поехали! А ну-ка, а ну-ка! Ребят, пуля где-то или на миду, или на Б. Где-то тут ищите, поняли? Или мид, или Б, где-то тут. А ну-ка, кто найдет? Ой-ой-ой! Сережа, ой, как рядом прибежал с пулей. Ой-ой-ой, как рядом, ой, как рядом! А может и не рядом, кто его знает. Так. Ну, пока что еще никто не пробежал с пулей так рядом, как я. А ну-ка, ой-ой-ой, ой-ой-ой, а кто это пулю ищет? О, нет, не-не-не, пацаны, вы чё, пули тут нету? А может и есть, а может и нету, кто его знает? Так, ребята, но USP Genesis я отдавать не хочу, поэтому пулю находить точно не надо. Так, а ну-ка, а ну-ка. Никто не нашел, никто не нашел, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Вот это вы даете. А почему вы на миду не ищете? Почему только Б? Мне это интересно. А? А? Почему только Б? Фух. 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 Меня только что так пронесло. Вы даже не представляете. Только что кое-кто пробежал прям в упор от пули. Ох, фух. Блин, ребята, просто пронесло. Обалдеть. Еще пулю никто не нашел, да вы рофлите! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Никто не нашел пулю! Значит, будет еще один раунд. О, я нашел! Какое идеальное место! А ну-ка, вот где-то тут-то. Ох, идеально! 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 Ребята, 5, 4, 3, 2, 1, погнали, 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 быстрее ищем пулю. Так, 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 теперь ребята сразу бегут в правильном направлении. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, как рядом с пулей пробегают. Ой-ой-ой, а может и не рядом, кто его знает. А вдруг я просто вас обманываю? А? А? А вдруг пуля вообще на бэк? А? А? Фух. Блин, обожаю данную рубрику. Ребята, если вам нравится подобная рубрика, поставьте огромный лайк и подпишитесь на мой канал. И напишите в комментариях, типа, Кент, сними продолжение, ну чё в этом духе. Так, ну чё, пулю никто не нашел? Никто не нашел? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мне тут в чате пишут традиционный хруст. Ребята, видите? Если вы не понимаете, что это значит, то просто слушайте. А! Ох, сломал шею. Так, ну чё, продолжаем дальше. Так, ну чё, пулю никто не нашел, ребята, даю подсказочку. Пуля на миду, быстрее, на миду, на Б её нету, только на миду. Давайте ищите, ищите, ищите. Ну, кто же найдет? Ну, черт возьми, никому USP не надо, да? И тебе не надо, вообще никому не надо. Обалдеть. Так, ребята, как будет 10 секунд, я вам скажу ответ. Как будет 10 секунд, я скажу ответ. Давайте. Все, ребят, смотрите, вот ответ, видите пулю, вот куда я смотрю? Вот прыгайте. Ой, не тут. Подождите, а где пуля? Я ее потерял. Вот, а, вон пуля, видите? Видите пулю? Напишите в чате. Видно пуля? Вон, вон. Куда я смотрю? За цветком. Видно? Да-да-да, я запрятал пулю очень хорошо, просто я старался. Ну что же, и наш последний заключающий раунд. Я, ребята, прячу последний раз пулю. Я вам даже дам подсказочку на Б. Пока что не бегите. Пока что ждите. Ждите моей команды. Рано, рано, рано. Так, 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 так. Ох, ох, как я запрячу, ох, как я запрячу, в жизни не найдете, отвечаю. Так, ох, какое идеальное место.
Ребята, ждем. Когда будет ровно одна минута, можете выбегать. Так, а ну-ка. Лишь бы попал. Идеально, просто идеально. Но это, ребят, будет очень легко. Все, можете выбегать, пуля на Б. Давайте, быстрее, пуля на Б. У вас ровно одна минута, ребят, быстрее, быстрее, быстрее. Одна минута, кто же победит? О нет, это наш лидер. Это, кто это такой? Это Серега. Я знаю этого парня, это мой подписчик. И может быть, он найдет пулю. Нет, он не найдет, а может Саб-Зиро найдет пулю. Нет, и Саб-Зиро не найдет. А может быть, Эрпл найдет. И Эрпл не найдет, а кто ее найдет, кроме меня, черт возьми. Так, ребят, ну чё, кто пулю будет искать? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, чё, никто? Да ну, вот это вы нубы. Ну я же сказал, пуля на Б. 5 minutes later. Он там за двумя горшками, видите? Кто увидит, напишите «да» в чате. Видите, он за двумя горшками, он в углу, я так запрятал ее. Да, да. Все, ребята, и в этой нелегкой битве победил Кент ПК. Наконец-то, ребята, потому что под прошлым видео победили подписчики, и мне пришлось отдавать керамбит. Фух, ребята, в этот раз победил Кент ПК. Да, да, да. Короче, ребята, на этом все. Поставьте огромный лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, с вами был ваш Кент ПК. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.